Верить в чудеса хочется не только в детстве. И это шоу создано, чтобы стереть сомнения. Сказка есть. В шоу задействовано 120 артистов, более 2000 эксклюзивных костюмов, уникальные реквизиты и декорации и невероятное количество животных. Все это и многое другое будет радовать зрителей на протяжении всего спектакля. Здесь дождем танцуют принцессы, а невесомость, возможно, без космоса. Аналога такого шоу в России просто нет. Очень круто, очень. Вообще классные представления, классные костюмы, вообще супер животные. Ну вообще просто вообще все понравилось. Ну еще что удивляет, то что костюмы. Костюмы вообще просто, я не знаю даже, как описать. Ой, восхищение в полном. Очень красиво, очень ярко, феерично. Красивое шоу. Потрясающе. Удивительные профессионалы высокие и, конечно, от души все делают. Уровень бог. Мы же второй раз на этом, ну, на таком представлении гей-разы. Конечно, потрясающее шоу, костюмы, артисты. Здорово. А животных кто больше всего понравился? Кто тебе больше всех понравился? Верблюд. Собаками и лошадьми сейчас уже никого не удивить, но королевский цирк прекрасно справляется с этой задачей. Ламы, скунсы, лемуры, дикобразы, антилопы и кенгуру. Кажется, весь экзотический мир собран на одном манеже. Дикий мир джунглей. Так называется исключительный аттракцион, который завораживает своей гармонией с опасными хищниками. Люди улыбались, было видно по их лицам, что они пришли не просто в цирк, они пришли на любимый спектакль, пусть он даже новый спектакль, они пришли на мое творчество, которое знают, они знают меня. И тебе, как актеру, хочется больше себя отдать публике, хотя ты всегда его себя отдаешь, ту энергетику, которую мы несем в зале, но в этой ситуации хочется вдвойне больше отдаться. Право на ошибку есть у каждого, но, кажется, не у этих артистов. Отточенные до сантиметра движения, совершенство и королевская точность – главное отличие участников этого волшебного зрелища. Смешение всевозможных цирковых жанров и единая сюжетная линия – все это королевский цирк. Награды российских и международных фестивалей, премии и призы. Но главный приз – это, конечно, народное признание и громкие аплодисменты, которые не отпускают артистов после почти 3 часов волшебства. Представления королевского цирка пройдут в Воронеже по субботам и воскресеньям только до 25 февраля. Успейте окунуться в королевство сказочных грез.